Всем привет, ребят! Сегодня с помощником. Хотела начать. Палка дождя. Да, и сегодня я вам провожу эфир с такого волшебного места. Здесь нет людей, здесь нет связи, здесь есть только интернет. И здесь есть живые медведи. Да, как бы это странно или страшно бы не звучало, но это действительно так. И это не просто место, это великолепное место и место с огромной силой. И если кто-либо хоть раз был в подобных местах, где есть, наверное, не просто достаточно сильные, а я бы сказала, ритуальные животные, там места, они абсолютно другие. Там энергетика другая. Там есть порталы, да. Как бы это смешно ни звучало, и, может быть, для кого-то это кажется, что какая-то ерунда, о чем там она говорит. Но сколько бы мы это ни скрывали, сколько бы мы ни думали, что этого не существует, сколько бы мы себя не оправдывали, что так оно не может быть, так не должно быть, вот мы живем в таком-то мире, это придумано кем-то для чего-то, чтобы куда-то кого-то увести от реальности. Но ты никогда не увидишь реальности, если ты не увидишь эту плотность с высоты птичьего полета, назовем ее так. И это я говорю не просто так, это действительно те моменты, о которых очень часто замалчивают, причем замалчивают не просто какие-то люди, а замалчивают ученые. И то, о чем я вам говорю на своем каком-то обычном мультяшном языке, очень часто я сейчас встречаюсь, что это доказано учеными. И именно поэтому еще я запускаю марафон, вот, на котором уже достаточно много человек по депривации сна. И там мы, ребят, будем говорить про депривацию сна, мы не будем говорить о том, что «Ой, что с тобой случается? Вот у тебя исполняются желания, когда ты не спишь». Ну, это же бред. Желание кого? То есть, если у тебя есть желание, значит, у тебя нет жизни. Ты не можешь проживать жизнь, ты желаешь. Ты желаешь того, чего у тебя нет. Если ты проживаешь жизнь, тебе желания не нужны. Жизнь — это есть тот максимальный спектр всего того, что происходит с тобой. Тебе не нужно чего-то желать, это уже у тебя все есть априори. Сейчас, секунду, ребят, дверь закрою. И марафон по депривации сна — это как раз про то, что с нами происходит в момент вне желания. Куда мы падаем? Как мы видим эту реальность?
про что нам говорит наше физическое тело при соединении с этой плотностью. Про что оно говорит, когда мы выходим на уровне вне себя, не отделяясь от себя ни в коем случае. Это не про это. Это когда мы выходим на новый уровень осознания, где я нахожусь сейчас. И именно поэтому, когда я вижу вот эти вот марафоны, как заработать денег, как привлечь в свою жизнь женщину, мужчину, деньги, автомобиль, не знаю, там, исполнение желаний, там еще что-то, это имеет место быть на определенном уровне тебя. И если ты до сих пор идешь к реализации своих желаний, где ты? Почему ты не научился проживать себя через свое физическое тело, которое тебе дано для этой плотности и еще для двух? Помимо этой плотности мы можем еще быть в нашем физическом теле еще в двух плотностях. Единоразово. И если ты готов увидеть это, если ты готов в это перейти, то, конечно, те моменты, которые я знаю, я с огромным удовольствием их раскрываю. Но раскрыть эти моменты я могу только на ретрите. Почему только на ретрите? Потому что если я, например, вам дам достаточно много осознания, что с нами происходит вне сна, как мы выходим на путь своего жизненного, своего жизненного прохождения через физику, но вы можете посмотреть эфир, можете не посмотреть эфир, можете позадавать вопросы, можете поучаствовать, а можете просто его принять как информационно, то, что касается ретрита, это уже про другое. Это когда вы в моем поле, и это не просто поле, это как раз про то, что если я вижу, что ты, у тебя идет сопротивление, идет блок. Блок идет это не который вы ставите, ребят. Блок идет это тот, который... У вас очень много блоков, которые поставил, давайте назовем социум, не будем углубляться туда далеко, я на ретрите это расскажу. Очень приятно за сердечки, спасибо огромное. И когда я вижу человека, я могу убрать этот блок. Я могу убрать этот блок, для чего я его убираю? С вашего разрешения, конечно же. Я его убираю для того, что... Вы, наверное, очень часто сталкивались, даже каждый сам с собой сталкивался. Неважно насчет чего. Вот вам человек говорит что-то, абсолютно неважно, что он, например, говорит, вот эта вот чашка, она синяя. А ты на нее смотришь и думаешь, блин, ну как синяя-то? Ну что ж он не видит, что ли, что это вообще не чашка, а ваза? Ну почему он так говорит-то? И то, что ты ему начинаешь объяснять, как бы, ну чашка вот такого размера, а ваза вот такого размера, у чашки там есть ручка, а у вазы нет ручки, там и так далее, что-то ты ему начинаешь объяснять, и для тебя это элементарные вещи. Ты понимаешь, что ты ему говоришь те вещи, о которых знает там, ну, там ребенок. А он этого не видит, он говорит, да нет, это чашка, это моя чашка, я из нее пью. И самое, что интересно, что на том уровне осознания, на котором он находится, на том жизненном этапе, который он проживает, для него это есть истина. Истина того, что есть в его жизни. И вы до него, достучаться вам до него очень сложно, практически невозможно. И вот как раз на ретрите я убираю вот этот барьер, чтобы он увидел многие моменты через мои глаза. И когда он видит через мои глаза, то тогда ему очень сложно обратно откатиться назад. То есть, смотрите, человек может продолжать жить, если он захочет выбрать свою жизнь предыдущую, он может предыдущую жизнь выбрать. Но он всегда будет понимать, что есть еще другой момент.
он может дальше продолжать пить из этой кружки, но он будет понимать, что это как бы, что он пьет уже этот чай не из кружки, а из вазы. Но он может продолжать делать те же самые действия. И вот на ретрите я убираю вот эту границу, чтобы вам не доказывать, что ли, не показывать что-то, а через свои глаза выводить вас на новое восприятие себя, не меня, себя. И вы взращиваете самого себя, и вам тогда очень легко ходить по плотностям, по тем моментам, которые раньше для вас казались неразрешимые, которые раньше для вас казались чем-то таким глубоким и недостижимым, что это нужно познать, это, к этому нужно прийти, это нужно почитать здесь, это нужно узнать через вот это. И все вот эти моменты, они отваливаются как банальность. Да, за 5 дней. Да, это происходит. И это происходит, потому что вы открываетесь. Не потому что я такая крутая, хотя почему бы и нет. А именно потому, что у вас идет другое открытие. И на ретрите вы не можете соскочить. Вы уже здесь. Вы не можете выключить, нажать там стоп и выйти из эфира. Вы не можете прекратить запись. Если вам что-то неприятно, неудобно, и вам не хочется что-то осознавать, то вы, когда идет что-то в записи, вы, пожалуйста, такие раз посмотрели в записи, ну как бы, ну вот так вот. А когда вы находитесь в моем поле, то там уже не соскочить. Куда вы уйдете? К чему вы уйдете? Почему вы не захотите воспринять этот момент? И мы его в каждый проработаем. И очень важно осознавать, почему вы идете к исполнению желания. Вы же задаете себе вопрос, а почему у меня до сих пор есть желание? Почему у меня до сих пор есть то, чего у меня нет? Что такое желание? Желание — это всегда про то, чего у меня нет. Почему вы позволяете себе в своем мире, чтобы у вас что-то было, чего нет? Так нужно все-таки реализовать свои желания, либо выйти на новый уровень не желания, а жизни, проживания жизни, проживания нового себя. И когда ты выходишь на новое восприятие себя, то ты некоторые вещи начинаешь видеть по-другому. Например, когда ты приезжаешь в безлюдное место, вот где я сейчас, здесь... Сюда не ездят даже машины. Да, я в таком месте нахожусь, где даже автомобиль... Ну, ездят какие-то совсем-совсем внедорожники, с которыми нужно договориться, можно договориться. Мы сюда пешком взбирались с рюкзаками. И это как раз тот слой, когда ты выходишь вот в такие места, и в таких местах ты начинаешь видеть все, что происходит в социуме. Понимаете, какой переворот? То есть не когда ты в социуме, вокруг тебя идет эта вот вся тусовка, возня какая-то, и ты такой, я это увидел, а здесь про другое. Когда ты остаешься в единении с дикой природой, то ты получаешь вибрацию изначально без химикатов. И ты начинаешь видеть те вещи, о которых ты раньше не предполагал, которые раньше тебе были недоступны. И если ты готов идти вот на такие пласты самого себя, то, ребят, вам ко мне. Если есть вопросы, то пишите. Так, здоровый образ жизни. Крутая, одна из немногих, кто проявил волю. Спасибо. Очень приятно.
Ребятки, если есть вопросы, задавайте либо в ВК, либо в Ютубе. Кому как удобно, так и пишите. На любой вопрос отвечу. Мне не важно, ребят, на какие вопросы отвечать. Я могу ответить на любой абсолютно вопрос. Могу рассказать абсолютно про любую тему. Просто единственное, что некоторые темы, тему политики и религии, я не обсуждаю. Я думаю, что объяснять никому не нужно, почему. А если вопросов нет, то мы сейчас... Здесь специальные собаки в этом доме, которые, как они, медведи отгоняют или охотятся, не знаю, как они правильно называются. Вот, и мы с этими собаками сейчас пойдем к озеру. Здесь есть озеро, оно прям волшебное. Я вам обязательно сниму ролики, завтра будет светло, и я обязательно сниму ролик какой-нибудь сделаю, чтобы вы посмотрели и чтобы вы понимали, что в вас все абсолютно в вас. Я всего лишь тот крючок, тот триггер, который вас развернет на 360 градусов. Я не гуру, я не учитель, я не кто-либо, какое-то там божественное существо. Я всего лишь тот триггер, который вас выдвинет к самому себе, который вас взорвет. Хорошо это или плохо? Это уже другой вопрос, это просто факт. Я вас благодарю, что были со мной. Ох, подожди, сейчас, по-моему, вопрос. Так, Стас Анастас. Здравия, добра, Лана. Вспомнила, что ты как-то упоминала сферу законов, и что у тебя... Так, и что-то было связано с детьми, насколько у тебя еще есть какие-то проблемы в этой сфере? Нет. Все решилось само собой. А плоскостопие неизлечимо? А почему вы думаете, что плоскостопие неизлечимо? Ребят, если отрастают конечности, меняется полностью вся структура внутренних органов, если меняется абсолютно все, что для того, чтобы вы комфортно шли в свою жизнь проживали, не желание исполняли, а свою жизнь проживали, у вас поменяется все то, что вам будет комфортно в этом идти, плыть, лететь. Светлана, благодарю от души. Сейчас на овощных соках по минимуму более 20 дней, и состояние невероятное. Если есть сон, состояние теряется. То есть только без сна можно удержаться на состоянии в моменте. Нет, не только без сна можно, Лиса, нет, не только без сна можно, нужно понимать, ты в это состояние, когда заходишь, что ты чувствуешь, на какой ты это чувствование, через какое ощущение, как крючком затягиваешь. Вот когда ты это прочувствуешь, то тебе будет без разницы, спишь ты или нет. Просто, ребят, сон, он в какой-то момент отходит, тебе не очень интересно. Сон, это же, смотрите, это же то же самое пространство, только иная плотность. Ты во сне-то тоже ты. Там же никто другой, там же никто тебя не подменяет. Это же тоже ты. И ты можешь из сна доставать любые вещи сюда в реальность, из реальности переносить их в сон. Только ты должен понимать, для чего тебе это. И если у тебя через сон тебя выбивает, тогда ты туда иди. Почему ты там остаешься? Ты же каждый раз, когда нас выбивает наше состояние сном, то это говорит о том, что в той плотности ты оставляешь частичку себя. Почему говорят, что сон — это маленькая смерть? Никогда не задумывались? Это когда вы оставляете там частичку себя, и вы постепенно переходите туда. А вам нужно оттуда выносить знания, умения. Что мы во сне можем делать? Все. Летать, прыгать,
не знаю, превращаться в кого-нибудь. Там смотришь на руку, а там не пять пальцев, ты такой, веер. Ты же все там можешь. Почему ты оттуда ничего не уносишь? Почему ты там оставляешь? Что там такое есть? Мы об этом поговорим на марафоне про депривацию сна. Отлично, умничка, спасибо. А вот Стас Анастас пишет. Я излечил свое, третьей степени было. Вот, можете, кстати, Татьяну у него спросить, написать в личку, пока он здесь. И, возможно, он вам ответит уже что-то более подробное. Вот, Татьяна уже написала, как излечил. Так, занимался. Я пространство и мысли на заднем фоне. Все как психоделик. Сплю мало полулежа. Основных снов пока нет, хотя разные практиковала. А осознанных снов пока нет, хотя разные практиковала. А осознанный сон, ребят, это же про то, что насколько глубоко ты туда уходишь. То есть, смотрите, у нас есть поверхностное состояние, когда мы вообще туда не уходим. Вот эта вот дремота, да, как так называемая. И вот в этой вот дремоте ты не разъединяешься со своей физикой. Ты сразу же находишься в двух плотностях. Это тоже можно отконтролировать. А есть глубокая фаза. Это когда ты именно находишься там, вне своего физического тела. И очень часто мы там делаем определенные вещи, такие вещи, которые наш мозг не позволяет вынести оттуда. И нам кажется, что как будто бы нам никакой сон не снился. Такого не бывает. У вас не деменция на 3 часа, на 5, на 6, на 10 наступает. У вас мозг не выносит через определенные рамки вас. То есть смотрите, если вам не снится сон, значит, у вас есть рамки восприятия себя, как бы вы их ни отвергали. Но это факт. Светлана, ты видела левитацию? Да. Все есть сознание. Просто трудиться над собой. Стас, ты молодец. Да, ребятки, если есть еще вопросы, то отвечу. Если нет, то побежали мы в ночь. Все. Огромное спасибо. Очень приятно, когда вы пишете вопросы. Очень приятно, когда много вопросов. Чем больше вопросов, тем больше я понимаю, что вы идете все ближе и ближе к себе. И как только вы поворачиваетесь к себе, как только вы достигаете себя, это космос. Просто все остальное у вас не остается после этого вопросов. Вы сотканы из ответов, из благости и любви. Как убрать эти рамки восприятия? Ларис, ну как убрать эти рамки восприятия? Во-первых, нужно понять, а почему тебе удобно с ними? Это же ты себе их создала. И ты ими прикрываешься, как одеялком. Тебе удобно. Почему тебе удобно? Почему ты не хочешь? Страх у тебя, что ты потеряешь себя, которую ты знаешь, с которой ты привык быть. Это же ты пойдешь к новой себе, будет реагировать обществом, с которым я выстраивала столько лет отношений. С моим социумом, с моими родными, с моими любимыми. Это же неудобно. Так, здоровый образ жизни. Оттуда я пока все и беру. И в ментале любовался ликом копия ты. Спасибо. Лиса, благодарю. Готова смотреть в самый позор и ужас себя. Пересматриваю все ваши видео, это бесценно. Благодарю. На деле все бяки уходят, если начать просто жить по совести. Тоже есть такое. Только по совести это классно, но когда мы с вами начинаем разбирать, где совесть лежит в нашем теле,
в нашем сознании, то мы опять же сталкиваемся с тем, что совесть — это тот критерий, который нам внедрили социально-географическое расположение. То есть, что для нас по совести, для другого не по совести. Это немножко про другое. Но если вы говорите про благость, то я с вами согласна. Миллион вопросов хочется задать, не знаешь какой. Танюш, приезжайте на личную встречу. Сейчас будет в Москве 3 числа. С огромным удовольствием отвечу на многие вопросы, которые мы успеем ответить, да? Ну и, конечно же, на ретрит. Ребят, жду вас на ретрит. Почему качество видео плохое? Ребят, я не в цивилизации. Я даже, смотрите, я сижу на натуральной шкуре медведя. Я не шучу, я вам запишу видео, и вы поймете, здесь нет домов. Это единственный дом, до которого ничего не идет. И это очень круто. Слушайте, не знаю, ребят, насколько у вас плохое качество видео. Может быть, тогда мне стоит закруглиться, чтобы вас не мучить. Да, и еще, ребятки, следующий эфир в четверг, скорее всего, не будет, потому что я...